Привет, это Максим Лисовой, и сегодня национальная сборная России стартует на чемпионате Европы и сразу матчем против самого сильного соперника в группе. Сборная Бельгии исторически является одним из, а быть может и самым неудобным соперником для россиян. За всю историю противостояния сборная России добыла лишь один ничейный результат. Однако, гонимые родными трибунами стадиона в Санкт-Петербурге, наши футболисты в предстоящем матче вполне могут забить первым. Но текущие уровни сборных Бельгии и России настолько отличаются друг от друга, что рассчитывать на итоговый положительный результат нашим парням особо не приходится. Берем первый гол в матче в исполнении сборной России и волевую победу бельгийцев. Удачи!